Ребята, всем привет! Сегодня вместе с вами я бы хотел снять обзорчик на аккумуляторный шуруповерт марки DEWALT. Модель шуруповерта идет DA18NK-02. Данная модель шуруповерта собирается в Смоленске. С завода-изготовителя она приходит у нас печатанная пленкой. Также есть пломба. У DEWALT она одного образца, вот она здесь. Давайте попробуем вместе с вами его и распечатать. Обратите внимание на кейс. На кейсе есть фирменный логотип марки DEWALT. На кейсе он выдавлен. На первый взгляд выглядит достойно. Кейс выполнен достаточно из мощного пластика с определенными ребрами жесткости, что улучшает его конструкцию. Обратите внимание, что также скотч шуруповерт приходит запечатанный стяжкой. Эту стяжечку я сейчас срежу. Также срежем пломбочку и попробуем его открыть. Заклепки пластиковые. Заклепки пластиковые, но сделано вроде бы неплохо. Думаю, должно все работать. Так, данный шуруповерт поставляется в комплекте с набором бит, набором сверел. Также идет магнитный держатель для биты. Идет инструкция по эксплуатации обязательно. Адрес сервисных центров. Также здесь вот есть адрес производителя. Гарантийный талон у нас идет в паспорте. Также есть ОТК, что данный шуруповерт прошел проверку. Данный шуруповерт комплектуется одной батареей. Это, конечно, большой минус. Выглядит шуруповерт вот так вот. Корпус шуруповерта идет прорезиненный, то есть для руки сделано удобно. Есть фонарик. Шуруповерт идет двухскоростной. Есть также магнит, который может примагнитить вашу биту. Шуруповерт идет 18-вольтовый, патрон установлен на него 10 мм. Крутящий момент у данного шуруповерта 28 ньютонов. По сборке, ребята, посмотрите внимательно. Сделан шуруповерт неплохо, но я считаю, что батарея одна, да еще 1,3 ампер-часа. Не очень, конечно, это хорошо. Давайте посмотрим зарядное устройство. Зарядное устройство идет вот такого плана, то есть с индикатором зарядки. Вот характеристики зарядного устройства. Стоимость на сегодняшний день такого шуруповерта 2400 рублей. Так что, ребята, кто ищет для дома недорогой шуруповерт, присмотритесь к этой модели. Хотя есть гораздо интереснее шуруповерты за эту стоимость. Так что я думаю, что DEWALT нужно еще поработать над моделями шуруповертов в своей линейке. Так как на сегодняшний день у DEWALT шуруповерты идут все достаточно громоздкие. Я думаю, что неудобные. Я бы для себя такой шуруповерт не купил. Так что, ребята, делайте выводы, подписывайтесь на наш канал. Обзоры мы будем снимать на электроинструмент честные. То есть, если этот шуруповерт мне не нравится, я об этом буду говорить. Всем удачи, ставьте лайки. Пока.